Добрый вечер всем. Общий водоем, три пескаря. Пообщаемся с одним из рыбаков, первый раз приехавшим на водоем. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как проходит сегодня ваша рыбалка? Ну, рыбалочка трудовая. Приезжали заточенные на форель. Вот, отсидели до часа дня, поклевочек форели, к сожалению, не увидели. Может быть, не умеем ловить и так далее. Старший администратор Алексей подсказал, куда пройти. В данный момент нахожусь в углу водоема. Это вот администрации, получается, правый дальний угол. В час дня пришли сюда, с двух часов поклевки щуки. Очень много сходов, приятный вечер, нет, пустой. В принципе, знакомство происходит с водоемом правильное, да? Знакомство с водоемом правильное, еще раз повторюсь, первый раз на водоеме. Ну, работает, в принципе, ну, по щуке, наверное, все. Надо уметь. Надо тренироваться, уметь ловить. Просто нужны навыки. Обязательно, конечно, не без этого. Хочется вам сказать, ни хвоста, ни чешуи, знакомьтесь с водоемом, спасибо, приезжайте, огромное. Отдыхайте, всего доброго. Спасибо. До свидания.